Мама! Что? Пока! Пока! Не забудь запереть дверь! Ладно. Знал ли ты, что Чхве-хвойон была беременна? Он не убит. Почему вы думали, что он не убийца? Чтобы унижать Джерма. Дело закрыто, хватит создавать проблемы. И это не совет, а предупреждение. Эй, ответь мне! Не вздумай ничего делать! Я тебя предупредил. Спасибо. Приятного аппетита. Здравствуйте. Сколько с меня? Просто идите. Я не возьму денег у друга. Спасибо, что нашел преступника.